очередной раз Бузова задела мужское самолюбие бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Если футболист может уколоть телеведущую фотографиями со свадьбы или счастливой семьи, то одинокая ведущая «Дома-2» незатейливо показывает уровень своих доходов, всеми силами показывая, что она такая же, как и все. Бузова публично критикует дорогую одежду, раскритиковав спортивный костюм за 1 миллион рублей, сказав, что это того не стоит. Однако несколько дней назад Ольга Бузова похвастала своим подписчикам, что отправляется в долгожданный отпуск на Мальдивы. Фанаты, недолго думая, провели собственное расследование и после нескольких часов поисков выяснили стоимость отдыха скандальной телеведущей, а именно 700 тысяч рублей за одну неделю отдыха. Причем, по словам самой Бузовой, за свой счет, без рекламы. Такое игроку футбольного клуба «Локомотив», которого вот-вот да и попрут, и не снилось, отдых которого был оплачен сторонними компаниями. Вот так легко и без особых усилий поклонники Оли спалили ее в номере отеля за миллион. Луха ревилась, прям как у Собчак. Речь идет о моменте, когда Ксения Анатольевна отдыхала за счет знакомых олигархов, а Бузова-то смогла себе заработать. Более того, подписчики смогли оценить стоимость одежды и аксессуаров на певице в день прибытия в отель, которая составила около 400 тысяч. Основную популярность Ольги Бузовой принесла так называемая геростратовая слава. Ее больше ненавидят, чем любят, за ее образ тупенькой девочки, глупые высказывания и надмирные, порой даже высокомерное поведение. Несмотря на это, рекламные контракты так и сыпятся на голову Ольги.